훈련도 하는 게 아니야. 이제 된다 하다. Приглашение участвовать в форуме «Диалог азиатских цивилизаций» и за эту возможность встретиться с вами и обсудить перспективы сотрудничества между нашими странами. Наши страны, наши народы и древнейшая цивилизация. И еще в армянских манускриптах, написанные в V веке, описываются связи между Арменией и Китаем. Эти связи имели торговый смысл, политический смысл и еще гуманитарный смысл. И для нас очень важны конструктивные и эффективные отношения с Китаем. Я хотел бы вас поздравить еще с 70-летием создания Китайской Народной Республики и с 70-летием революции.